продолжаем мы нашу технику мануального массажа специального, подготовки к дальнейшим манипуляциям мануальным. Если мы делали спину, то у нас входит в спину от ягодиц до макушки. Да? Промяли шейно-воротниковую зону, продавили точки. И теперь по принципам эргономики мы возвращаемся обратно, не отпуская рук от человека. Идем, можно с усилием пройтись в обратную сторону. И если мы до этого кровь гнали, в основном вверх все движения делали, да, то теперь мы как бы успокаиваем тело, больше движения у нас идет в обратную сторону. Про вставили кулачок, опять же тот же самый прием, между паравертебральными мышцами и осистыми отростками. И провибрировали еще раз всю спину. До шеи туда и обратно. На крестце развернулись и вибрировали с другой стороны и обратно. То есть получается это что? Вот мы тут запускали ракеты, помните? С-400 класса ракеты ушли. Они остались пустые, да? Вот эти шахты. Теперь мы к ним прокладываем рельсы. Приложили рельсы к этой части, приложили рельсы к этой части. Ставим на локоть руку, и пошла груженная ракетой техника. Видите, вот второй рукой мы делаем напряжение. Продолжаем делать декомпрессию вверх. Пошла, ракету поставили, обратно поезд шел пустой. Опять с напряжением поставили тяжелую ракету в шахту, и пошла техника обратно пустая. Далее нам надо заместить следы. Мы убираем все эти рельсы наши, разглаживаем землю. Опять видите, с декомпрессией, если мы до этого делали по полспины, да, то теперь по всей спине, и чтобы на осистые отростки не давить жесткой косточкой, да, мы разворачиваем руку мякотью. Вот эту часть мы даем. И продолжаем распрямлять, растягивать, и шею тоже растягивать. О, растянули, присели на скручивание поясницу, растянули, продавили по диагонали. Тут давим лопатку, здесь давим воздушную косточку. По диагонали в эту сторону, по диагонали в противоположную сторону. Ну, можно пару раз большими такими хватающими движениями. Растянули. И теперь всю эту землю вспахали, заново разогрев человека, да, вот лапы леопарда, шестеренки, вот по всему телу теперь. Даже можно его прихватывать, чуть приподнимаясь снизу. Опять от шеи захватываем трапециевидные мышцы, растягиваем их назад, 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 тянем медленно, медленно. И делаем пашню глубокими движениями, вспахали, и в конце концов потрясли на всякий случай трапецию с такими шлепками легкими, расслабили, расслабили. Очень трамбовали. Трамбовали землю, потом пошел дождь, такой пальчиковый дождик. И капли пошли, и травка заколосилась. Все движения, видите, он у нас теперь сверху вниз идут. Человек успокаивается, кровь его утихомиривается. Он полностью спокоен и расслаблен. Вот такая у нас концовка. Заканчиваем процедуру массажа. Но если у нас полотенце теплое или просто можно накрыть, успокоить человека. И дальше отправить его домой, либо греться в парилку. Либо переходим к мануальным техникам через полотенце, через тряпочку. Будем нажимать и продавливать позвоночник, шею, плечи, ноги. Но об этом уже в следующий раз, в следующей серии. Друзья, если вы нас только смотрите, то вы много упускаете. На практике, конечно, мы проходим гораздо больше нюансов, которые на видео не попадают.
И, соответственно, ставим вам руки. Поэтому, если хотите все узнать и применять это потом в жизни, то приходите ко мне на тренинг. С вами был Олег Лавгудвин. До новых встреч, друзья!